Так, ну вот у нас сегодняшний питательный обед. Чашечка уже растет, уже выглядит вот так. Так, здесь у нас сегодня комбикорм от нуля. Пшено, кукурузная крупа, немножко совсем пшеничной крупы. Затем у нас здесь вот кусочки вот такие вот вареной картошки. Сегодня первый раз мы вводим, немножко совсем я добавила. Творог, лук и чеснок, зелень порезанная, морковка тертая на терке, а белая вот это капуста. Маленький вилок капусты тоже на терке натерты. Вот такой сегодня у нас будет питательный обед. Сейчас будем раздавать. Так, ну мы не все положили, чтобы они не разгребали. Лучше попозже потом добавить. Вот так вот налетаем мы, кушаем. Водичка у нас сегодня мы поставили чуть повыше. И это маленький кусочек. Заварила я шкурку от граната. Вот такой настой мы дали. Добавляю уже обычную холодную воду, проточную, кипяченую. То есть ввожу постепенно, приучаю к обычной воде. Вот так вот. Кушаем. И пьем, конечно же. Нам уже 10 дней, 11 день пошел. Так что мы уже такие большие более. Там вот спят. Более затемненная лампочка. Закрыли с той стороны. Ну, а видишь, чтобы свет попадал, кушаем. Съедят, будем следить, а потом добавим еще еды. На капусту, конечно, они думают, что это вареное яйцо, белок, но это овощ.